пресс-службе ЖКХ воронежцев предупредили о новом виде мошенничества. В нашем городе появляются компании, которые на основе договора оказывают платные услуги жителям многоквартирных домов. Частные фирмы предлагают прочистить вентиляционные каналы за весьма приличную сумму. Дело в том, что данные мероприятия проводятся управляющей компанией без дополнительного сбора средств. То есть, по факту, жители платят за одну и ту же услугу дважды. Хозяйка одной из воронежских квартир заплатила 5000 рублей за прочистку вентиляционного канала в санузле и кухне частной компании. В сообщении пресс-центра ЖКХ отметили, что подобные случаи происходят очень часто. Слова предпринимателей звучат крайне убедительно. После этого жители обращаются в управляющие компании с вопросами, где им поясняют, что понятие «индивидуальный» или «личный вент-канал», на что любят ссылаться частники, не существует. Кроме того, данные работы являются сложными и потенциально опасными. Их должны выполнять специалисты. Без надзора и согласования, как минимум с управляющей компанией, такие работы проводить категорически запрещено, говорится в сообщении. Егор Китаев, 41 канал.